Ну, конечно, пришлось привыкать. Пески пусты. Так года два адаптировалась, приспосабливалась. А потом вот работа увлекла и стала работать, привыкла, и уже так мне человек не возникал мысли, чтобы уехать назад, перейти на другую работу. На Астраханской телестудии встречали депутатов Верховного Совета СССР, только что вернувшихся с сессии. Среди них была и наша героиня, Нелли Петровна Перегудова, главный зоотехник колхоза имени Кирова. Впечатлений очень много осталось от первого дня. Также вот первый самый день регистрации депутатов. Такой момент очень, ну, волновались очень мы. И первая сессия, вопросы, которые там решались, выбор нашего правительства, выбор председателя президиума Верховного Совета Черненко Константина Устиновича, был вот воспринят это с таким единодушием, с таким одобрением, ну, просто это нельзя выразить словами, что мы там чувствовали. Родилась Нелли Петровна на Тамбовщине, в одном из самых лесных ее уголков. Вуз окончила в Саратове, потом приехала по назначению суда в Харабалинский район. Было это четверть века назад. Мы спросили, какими, по ее мнению, качествами должен обладать народный депутат. Ну, какими качествами? Ну, деловитости, по-моему, в первую очередь. Аккуратности выполнения всех вот этих решений, всех наказов. Особенно вот были даны мне наказы, нужно будет стараться их выполнить. Ну, более энергичным должен быть депутат. Ну, вот так же ответственно восприняла когда-то Нелли Петровна и свою должность. Но было не только чувство ответственности. Помните, она сказала, работа увлекла. Ее увлекла цель. Низкопородное, малопродуктивное стадо хозяйства превратить в элитную отару. Эксперименты, риск. В нее поверили и чабаны, и руководители. Годами кропотливо отбирались лучшие особи. И вот теперь в колхозе 54 тысячи голов чистопородных овец самой высокой продуктивности. А Нелли Петровну по-прежнему ждут на каждой из 83 чабанских точек хозяйства.